Массу протоколов сотрудникам полиции в минувшие выходные предстояло оформить после посещения ночных заведений Иркутска. Правоохранители нагрянули в клубы и нашли там много интересного. Подробности в следующем сюжете. Таких гостей здесь явно не ждали. Сотрудники полиции пришли в этот ночной клуб Иркутска не на вечеринку. Правоохранители проверяют паспорта посетителей. И вот копилка нарушений начинает пополняться. Здесь есть несовершеннолетние. Вечер для них теперь завершится в отделе полиции. Там их передадут родителям. А вот для этого молодого человека вечеринка, возможно, обернется долгой поездкой. Гражданин какой страны? Ну, а документы-то по какой причине с собой не носите? Я, конечно, извиняюсь, что документы с собой не ношу, но в любом случае, если какие-то документы требуются, мы можем съездить до того места, где я живу, и предоставить. Но документы ситуацию не спасли. Молодой человек с 2019 года нелегально проживал в России. Теперь его могут выдворить из страны. В другом клубе к полицейским присоединяются хвостатые коллеги. Результат их работы – еще несколько нарушений в копилку владельцев заведений. В двух развлекательных заведениях обнаружено несколько видов спиртного без сопроводительных документов. Крепкий алкоголь в ходе рейдовых мероприятий изъят. По данным фактам, сотрудниками полиции в отношении организаторов возбуждено административное производство. Предпринимателям грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Подобные нарушения для владельцев ночных заведений Иркутска не в новинку. Всего в городе с начала года полицейские 6 раз наведывались в клубы. И, к примеру, в мае также в одном месте выявили продажу алкоголя без документов. Комендантский час уже тоже нарушался. А в этот раз сотрудники полиции за 2 дня обнаружили 24 подростка. Юлия Шинкарюк, новости по будням.